А этот до 11 успеть. А, да, еще Утра. кнопочку ставить. Мора, это тебе надо идти во второй рейд. Обычек. Все, первый я продавать буду. Нужно голда на ДС. Ну, вообще все токены продавать буду. Так, а, блядь, я, конечно, все понимаю, а можно я тоже отойду, блядь, в туалет нахуй? То есть, ну, только быстренько, что давай, там, я блядь? разрешаю только по-бырому, давай. Конечно, Ой, спасибо. Все, не нашла Симоня, транс поехали. Уже? Идем, парни, давайте, 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 поехали. Все здесь, хилы есть, Ола, я нашел, Доля, ты транс. Дурак? Сбегай быстренько, Хисера или кто-нибудь там, Яша. Давай, я шагу направо, я налево, скажу. Да босса идите с пульта слева или справа. Давайте быстренько помешаем. Не забываем, но... Слишком хороший комплимент для него. Металки не нужно босса с пульта. Я не хочу там оставаться. На пол дали? Блядь, я буду сейчас бегать как уёбок, нахуй. По правой стороне сбегайте с пульте, тут это. Я умру, если пойду пульте. Хотя... Угу. Сбегайте направо кто-нибудь с пульте, кто там, питом, блядь, или чё. Я сейчас уже, блядь, вернусь. Надо было всего лишь купить метательное, реально. Да я выкинул в банк. Джиса поставил бы, взял. Не. Тогда не ной. На максимум не отыграл. А что у тебя там, лук или что? Ну сейчас арбалет и мутики. Ты мог саранитовую бимбу кинуть. Опа. И реально мог, кстати. Хуесос получается. Я их с панели выкинул нахуй. Доля, твое заклинание с жопой, блять, плохо работает на людей. Сейчас я раз, больше не прекращу. Да. Бля, какая же хуйня века уровня. Ты не понял? Всем похуй. Блин, какая хуйня каура. Ну как же всем похуй на нее. Каура там хуйня. Но ты забыл одно, всем похуй. Понимаешь, что эта векаура полезна только одному человеку, и он ей не пользуется. Да, я тоже, блядь. Ну видел, я говорил. Почувствую, вот нахуй ты ее делал. И он, ебать, не тупил, видели? И он не тупил. Бум, минус 4. Я был в начале, пока я ему не говорил, нахуй, и все, блядь. Под это специально. Я не ну, типа, я смотрел по таймеру. То, что ты, ну, и озвучивал, это типа хуйня. По таймеру все рассмотрел. Ебать, парни. Хочешь, мы 50 проебали, да? Это... Давайте к боссу быстренько, да. Сейчас распределимся, да. Блять, я там проебался один раз, и из-за того, что сука забыл поменять. Дважды, блять, наслайпнуло, ёбаная ударно, чел. Не, по два раза было. Ну, даже если Манить бы селсайда не этот вот не уебало, там ты положил троих в конце. И, кстати, на киловом пуле тогда... ты тоже проебался, ты мне Пета убил. Да, блять. У меня Пет мертвый был. Все, так, тихо, блядь. Что ты пиздишь? На киловом пуле там ни одного тени удара не было. Не пизди. Ставлю метки, тихо, череп. Туманите, пожалуйста, ханта Хеллсайд. Сейчас уманем, не переживаем. Нет, я вспомнил, там еще какой-то момент. Блядь, ты закрываешься, блядь, сегодня. Убивайте Зерона, ебаные. Да что я стою? Череп, фиест. Крест, трипл, квадратик. Кому? Сейчас я скажу, кому. Полумесяц рейд заберешь. А кто там Синсонг остался, да? Ты на трусах.
Еще раз. Череп, Фиеста, Крестик, Трипл, Синсонг, Трусы, Рид на полумесяце. Будет Фури, Квадрат будет. Да, давай так. Урион на танк, Чивава танк, я танк. Я первый, после меня будет Чивава, после Чивава Уриона. СС и Сим, Синксонг на Уриону, Фиеста на Чивау, на Трипл, Трипл на меня. Далее Сумон. Если я опять не успею поесть рыбу, вы хуилы все на локах. Тихо, подождите, Суусайд. Во время боя китаец опищает смертельного, рандомно. На 4 человек, по-моему, или на 5, не полностью. Зачем ешь? Она 10 секунд висит на тебя около там премиума твоего орды. На последней секунде, когда она тикает, стопай канс, чтобы не получить пол ебала и там маны дохуя. Останешься без маны и будешь бесполезен. Может, ты вообще шот с лужи, соответственно, выходишь. Около кубов не бегаешь, чтобы лужу туда не разливать. Все, остальное слушай, все озвучивается. Вон Фиеста, видишь, 18. Там не так пошло все-таки. Так, я второй, после тебя можно... По костам, Квадрат, я, Череп, Хисера, Яша, Крест, полумесяц, Кисикью, Трусы, кто там, Ориона может забивать. Мирай на полумесяце, а Кинкейт на трусах. Серега, я первый, ты второй, Ориона третий. А поставьте ауру от огня, нафиг тут налет. Просто берем Барамир. 4, 3, 2, 1. А, дай твой этот, блядь. Мирай, дай друзей, одноклассников. Друзей и одноклассников. Кинкея тоже вызывай корешей. Я вызываю. Преподавателя в универе, а не кореша. Жуще бы черт вот. По кружочку больше. Звездочку. Синюю. Блин, добить бы големов. А что листал? Не добьем, там новый вылез цел. До второй вылез. Все, бесполезно бить. Банди. Да, стоим, ждем. Так, Бурон, ты первый, да? Да, я первый. После меня Чувава, Уриона третий. Сессы раскинули. Отлично, все. Листин, короче, нам трэш. Ну, блядь, Настя, блядь, пуху нахуй. Я сейчас ходочек, как? Давай. Чё за бей? 2 секунды. Веру дать. Тоже FPS 30. Угу. 35. 38. Проиграл. 57. Мирай. Хуя ты мощный.
Подумал, 10. Готовились тягаться к кубам. Окей, нажали кубы. Подводи туда, босс, кубы прожали все, быстрее. Ориона, готовься ретаун. Все, отпускайте кубы, бейте босса пока что. Трипла прохил. Чувава чуть не умер. Орионочка, пожалуйста, чуть. Хисера, твой первый, звезда, сбиваешь косты. Играем по демонам уже. Яша, твоя печенька. Ближе надо подводить. Умирает, твои ответ. Трусы. И вот. И Кинкей твой следующий без метки выйдет последний. Орион на 5 секунд. Уводи босс. Лес, окей. Кубы нажали. Геры, кубы прожали, точнее. Вот фьюри. Угу. Все, отпускайте. Бьем босса пока. Собираем бесов в рестлин. Готовься, все. А, мы с указ сбили для нас. Все, подводи босс. Не давай ударную, пожалуйста, для кого. У тебя есть еще давай? Дали, дали ОЕ. Арислин твой первый стан. Ринда вторая. Дали ОЕ по бесам. Залили быстрее. Больше уе дайте. Арислин, гнев небес. Настя, гнев что небес. Бесов добивайте быстрее. Все, хуй. Босс убийца. Блять, еле-еле бьем от него, блять. Блять, демоны. Гитары. Демоны, не гитары. А, это демоны? Блять, черри! Гитары! Кубы, кубы прожмите, а, кубы! Кубы, 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 кубы! Все отлично. Все, все отлично. Дают звездочку, умирай по команде грипп. Раз, два, три, грипп. Стан, стан. Ринда, ты станешь. Все сыграли в звезду быстрее. Мелкий, дай себе кровь. Вы умрете. Теряю ее пока, да. Следующее. Звезду греб, вот эту метку. Раз, два, три. Ты... О, кружок, звездочку, значит, по звездочке. Алло, Саусат, нахуй, за печатью Мактеридона, нахуй, я тебе сказал, блядь, следи, нахуй. Руиду срезай. Звезду добивайте быстрее. Следующую. Есть Мирай гриб? Я грибну. Грибну, стал на рюкзак. Звезду бейте. Быстрее милики сыграли по звезде. Все, РДД по печеньке играйте, милики босс. А, не-не-не, печеньку, печеньку сыграйте, все, она подошла. Часть Мактеридона смотрим. Магери бахните на фул. Каску, там, стаминку ему, лапку. Приготовились. Скоро новый фреш будет. Нормально, Страж. Демоны. Кубы прожали. Ага. Кубы прожали. Крест, полумесяц, угу, все, отпускайте. Давай сплотнем поплатить. Не надо. 4%. Чё дохуя. Все, по демонам играйте, босс это только УЕ. По демонам играете. Ты, да, ты первым в звезде. Яша, твоя вторая печенька. Мирай, твой третий. Трусики. Пожалуй, я отведу, на. Да там нормально, да, еще. Нормально там... На 1% отведешь. Там дохуя, блядь, долбить. Все, давай, пусть стоит тут.
Быстрее добиваем архимондов. Ну и Кинкей твой последний. 32. Быстрее, больше ДПС. Добили метки. Печеньку и трусы добейте. Трусы активней. Точечно сыграли. Быстрее трусы добили. Без метки моба. Ферни Насти пока. Все, по боссу сыграли. По боссу сыграли. Готовимся бежать в сторону квадрата. Где больше? В сторону квадрата. К квадрату, по квадрат быстрее все. Все в квадрат. Глю, бабл с экрана. Быстрее ускорение. Спринты свои нажали. Прижались к стене. Ориона, не подходи, стой, блядь. Ориона, отлетишь. Все, теперь вышли. Все, нормально вышли. Добили моба последнего. Давай. Блядь, Ориона. Да, блядь. Не, у него есть. Я понял. Нет, он резнулся и умер. Альфреда, сдай БР по Орионе быстрее. Дай каплю сейчас по чуауве. Прямо сейчас. Мелкий следить с бану. Все хорошо. Да мне и бар, уже резко. Ребафните, вар. Вары, ребафните. Ебать, Арислин забрал. И ему получил. Он получил по лицу, ладно. А так лучше не делать. Развернитесь, пожалуйста, парни. Так, куда? Сейчас я разберусь. Я разберусь. В танке разверните просто. Вот, так, конечно, конечно. Все, пожалуйста. У тебя есть киды? Я кидаю. Блять, сейчас выходит Сулкан и ребро такое 200 лямов на драту тяну. Да. Слакал, блять. Я почти не могу понять, 200 лямов, смотрите, ребро, блять, так, у меня прожим. Ну, было бы, ну, как бы, это, типа, в реале Сирус, типа, нормально. А, нет, ебать, я не заслакал, нахуй, он умер от другого, блядь. Я просто Борланд, не придумывай. Все, его в лужу откинуло, нахуй, это его Борланд, не придумывай, ты заслакал. Бля, я думаю, нахуй, вроде не сыканул. Борланд, не придумывай, ты заслакал. Иди нахуй, блядь. Блядь, неужели я проебался, смотрю, не, нахуй. Да, в выборе талантов ты проебался. Иди нахуй, блядь. И в выборе класса. Я ж не туплю, у него же нет удара, нет? Игры. Тебе в линейку играть. Не, не надо пускать его туда, блядь. Ну ладно, Майнкрафт. О, Майнкрафтик тема, блядь. И туда не пускайте. Парни, пошли шпилить Майнкрафт. Brawl Stars. Вот, Brawl Stars нормально, пусть идет. А это что? У меня два аккаунта прокачаны, Brawl Stars. Это что такое? Забей. Борланд, не знаю. Представь, что играют дети, которые... Борланд умирает. 3, вот. 2, 1. Кто тебе хуйню такую сказал бы? Я думаю, я бог просто. ДБМ. Паза, когда Борланд умирает, блядь. Возмучилось, реально. А ты можешь, кстати, настроить Вики, ну, ауру, короче, на смерть Борланда? Не, такой не дай бы. Сейчас сделаем. Ну, можно, типа, проще указать, что прописать, если такой-то чувак, типа, умер, то Викаура на все, на весь экран, типа, что-то показывает. А, я обезьяну, да? Какую-нибудь по иконку там поставь. Это можно, кстати, сделать. Сфоткайся просто. Сфоткайся. Да, про обезьяну что-то говорили. Блять, как заебывает, кстати... бить долго, нахуй, это просто пизде. Дайте Геру, топ гильдии топ. Дайте Геру, наверное, у нас от КДш. Топ гильдии по времени, у нас время хорошее было, но магики сейчас хуже стало, надо быстрее убивать. А кара... А тут как повезет, понимаешь, если впрокнет, блять, всегда эти бесики, то ты прям жестко по времени будешь. Да. Зато мы до сих пор первые на морозе. Да, там 5 минут. Ну, что? Да, да не, мы просто мобов тогда не били, блядь. Валили босс. Нет, это лучшее время, там, кстати, одно... Очень плохо слышно, серый, блядь, что-то типа с интернетом. Слава богу. Да он десиктикон просто, ты ничего не знал, что десиктикон получается, блядь.
Хорош, блядь. Вот этот посох, блядь, падает. О, перчатки упали, но. Посох говна. Во второй посох сколько можно падать? Че, этот мешок можете ролить, ну, типа, ну и сумку, это остальное ткануть. О, мне прошлый раз два серда не упало. Поехали в гуляну. И перчатки упали, когда я забрал уши сынуба, да. Прикольно, прикольно. Возьму на мишку этот, зачарю. А кто ты из десептиконов, кстати? Знаешь, вот этот чувак, который, блядь, потом мелкий вот такой, который во второй части под юбку этой заглядывал, блядь. Машинка мелкая, понял? Вот это вот. Не помню, как зовут просто. Ебать, сравнение. Крысёныш? Да, вот такой крысёныш, блядь. Крысёныш у нас тут вон один сидит. Я не помню, ник, по-моему, Бахражир какой-то. Но есть трансформер, которого зовут Крысак, кстати. Что? Крысак. Оригинальное название Red Bat. Ну, крысак. Иди ДПС, пожалуйста. В третьем. Бражир. Бражир. Так, а когда я, блядь, вообще шмотку какую-нибудь полутаю, блядь, если фана? Когда я, блядь, кольцо это поменяю, 45-е, нахуй? Когда выбьешь 60-е. Жопа моя, нахуй, горит, блядь. Там 58-е вроде есть еще. Да не, надо 60-е с этого. С... Рано. Сараныча, да. 264 уже. И запы нужны с полночи, и в принципе бис, это бис. А, ну что, конечно, нужно. Бан, я тебе сейчас в гичат скину фотку просто, нахуй, и завиды, ебать. Куда мне нам скинуть? Сейчас закроем охоточку, и я... Что ты мне скинешь? Сейчас, погоди. Что это такое? Это что, это водка? Какая-то нет, это мое безалкогольное пиво. Ёд, ты серьёзно, безалкогольное? Это не без... Я сфоткал Гримберг, а не твою балчику ебаную грейпфрутную. А я про то, что ты открывал, потому что это было слышно на весь Дискорд. Ебать, ты проебал сейчас? Открывал, ебал. Так, нахуй, мне нужна смерть. Да, говорит, идёт для этого. Мне нужна детальная смерть Урионы первая, блядь. Быстренькая информация. Минус ЕП, надо. Я хочу минус ЕП себе въебать. Либо не. Я думаю, не получится. Уриона, нахуй, смерть. Я просто сгорел. Это нет, вторая, это была блядь. Вторая. Это вторая а была. А первую хавай. Первая. Там. Можно было, блядь, парочку? А, пульсация скверная. Ты. Сокрушающий удар, пульсация скверная. Принято, нахуй. Я просто загорел, забей. А, пульсация скверна это обычный дебаф, правильно? Это лужа, на которой это, вот, контроль? Это который обычный. А, все, да, ну ладно, тогда ладно. Просто не прохилили, бать, 7 хила, минус по 200. Ну все, на 7 еп, да, хилам. Минус хилам 200, нахуй. Я тебе сейчас, короче, ладно, просто бутылкой так будет лучше видеть. А, кстати, не, подожди, надо... Ну ладно, он первый раз был, будем с осаду с ними? Вот такая вот хуйня, короче. Мы с осаду будем снимать? Я просто нет? Подумал, ну, блядь, ладно. Это не дело. Да, я не знаю, почему ему должны снимать. Там, почему? Блядь, он ну, же а похуй, что печать на 2000 ударила, а остальное хп где? Подожди, давай посмотрим, нахуй, подожди. Так это я 5 хилам, еще минус 300. Сосад. Пиздец, хилам, на минус 500 нахилили. Течение скверны? А, он рассечение встал, охуёпты. Ну, это минус, ебать. Демон. Два рассечения въебало. Ой, демон, блядь. Гитарист. Он два раза рассечения от гитариста получил. А гитариста? Он не видел ни разу гитариста, пожалеть, мужика. Ладно, хорошо, ладно. Если он не кставал, ладно. Печать мало бьет. Так на Локи, блядь, она вообще ноль бьет. На Престиана тебя, кстати, хилит. Ладно, я расчехлил триньку свою идеально. Нахуй. Проверяй, да? А, слушай, можно вместо триньки, нахуй, ебашить просто пушку. А на роге не прокает вообще, похуй. Сколько? Сколько надо меткости собрать, чтобы не мешало? 18. 18, да? 18, блядь. Ладно, ладно. Ну, ты будешь первым и единственным ДК на Сирусе, который собрал 17 меткости. Ну. Я, кстати, первый шаман с 25% меткости. Это нормально. Да, мне на крыльях тоже опять же в танка летел. А Люмик собирал 150 плюс меткости. Так, ну получается у нас Ариснин будет танчить. Ариснин, да.
Уриона. Чуава, Борланд. Ну да, и Уриона будет что-то забирать мобов и скидывать стаки с реслин. Блять, может активация лучше реслин заберет мобов, и я заберу своего босса. Это нереально, блять. Я могу за тебя надекатить, тебе впадло. Да мне не впадло, блять, я не могу за него, сука, все это снять. Так тебе таунтом по одному просто таунчи и все, на. Тебе ж не надо прямо сразу всех сразу. Главное по таунту просто забираю все. Рай здесь, манус. Поехали. Сбиваем косты, я звездочки. С кинкейтом. Два роги по кружочку, точнее по кружочку, по второму. По вот этому косты сбиваем. Боже, одному кик, второго гриб заебал. Грипом он не сбиваем. И удушение, блядь, жопа. Ага, удушение КД, блядь, сколько, 2 минуты, нахуй? Ну, блядь, лучше ножа еще не нажимать, правильно? Ну, естественно. Ножа, не, не нажал. Так, мы еще медиками опять в города будем? Напиши на фарме, попроси себе команду, короче, кулдаун. Мы с вами. Ну, доступ к командам кулдаун, короче. Да пытка тоже долго кастуется. А чё по хилу, парни, диспелла, блядь? Присты. И будешь удушение без КД кидать. Через макрот. Сколько хп? Я не видел, но было очень мало. Я свой рекорд не побью по одному хп. На опере, блядь. Почему? Потому что unbeatable, блядь, рекорд. У меня рекорд 0.11. Ой-ой-ой. Твой рекорд, блядь, 0.01, нахуй, блядь, снова, нахуй, так что не вижу. Вообще, идеальный рекорд... каждый раз... Ну, подожди, 0.01 это такое, блядь, понял? А вот... 0.01, 0.01. Я понимаю, ладно. Так в этом нет смысла, потому что это, считай, ваншот. А вот когда за 0.26 умираешь, вот это не ваншот. Это хилу не прохилили, да, Ваня? Реально, блядь. Это ты сейф не нажал. Сейчас ты без гранд. Чё это так? Я бы его билд видели вообще. Не, по билду я соглашусь там. Там пиздец. Давайте билд сделаем после НГГР. Никита, давайте поможем Борланду найти нормальный билд. Смотрел кто мой Дашу путешествует? Ну так же Борланду прочки бомбил. Никита, зеро. Давай после. Посмотри, пожалуйста, на Вара. Навара QFQ, как ты думаешь, он донатер или нет? Хороший вопрос. Максим, ты донатер или нет? Почему он доказывает? Он доказывает, что у него 0.3 профы. Что это такое? У него 4 профы. У него скрытая приемка, ты врушка. А подожди, а у него фул токены? Фул токены. У него все. Сука, у него все. А почему у него все, кроме ребята? Но он все выбил. А что по кольцу? Доля. Доля. А это кольцо? Зачем ты меня спросил? Или, мне кажется? Ну, просто ебать, я не понял, что у кого-то. Кольчужный пояс, ебайшой. Так это так стересте нахуй. Ладно, все, короче, тишину поймали. Этот, короче, на кресте это, смотри, когда активируется соусайд, выходишь, выносишь живую бомбу. Это важно, живую бомбу вносить, если что. Серый ты забираешь, получается. Киглера и короля, да. А ты, видимо, забираешь, так понимаю, полмесяца крест. Все. И реслин забираю череп. Риона трэш и там, если что, меняешься. Весь рейд там плюс-минус стоит там. Ну, это в центре. Кулаки ребафнись. Кулбаф, да, типа рейды. Либо он стоит хавать. Поехали. Долго бить, но быстрее начнем, быстрее закончим. Про декурс забыл. Глю, ты будешь, если что, про декурс. Ну, у нас три... Ну, камон, типа, ребят, у нас две совы и макс. Стойте, пожалуйста, подождите секунду. Че, стой, пульнули уже. Запульнули, блядь. Слепоглаз открылся по полумесяцу, поехали все. Полумесяц активнее. Когда скажу стоп ДПС, значит, все стопнут ДПС. Я скажу заранее, чтобы агро не сорвать. Потому что, когда первый открывается, агро очень хуёво набирает. Как-то пульнули внезапно. Только что все чекнули, мы сказали, врал сказал, блядь, чтобы их. Все вроде собрали.
Ну. Сосада, хильте, блядь. Йоу. Сосада, дай инвиз, пожалуйста. Ты его ешь, получил поливание. Что-то мало не поет, очень мало. Бля, парни, кто забивает косты так быстро? Все, стопните, да пополнение. Я, извини, пожалуйста. Стоп ДПС, стоп ДПС, не бьем, не бьем, не бьем, не бьем. Дайте Салю пальцы. Олма открылся, блядь, забирай собак. Блядь, босс, убейте Олма, короче. РДД только без АУЕ пока что, без АУЕ. Пускай собака Геру придет. Геру не знаем пока? Декурс, декурс. Геру давай. Мы бьем собак? Да, Мак. Собак бьете, милики, конечно, блядь. Мак, задача... Все, можете ОЕшить, РДД по боссу играйте максимально. Так, эту забанил. Мак, декурси рейд, Мак. Декурс, блядь, быстрее максимально, две совы и Мак. Пока да. Там бедолаг на пэтах пытаются прохилить, но у них не получается. Лучше бы их декурсили. Жалко. И сейчас здесь мы декурсните, это, блин. Все, босс убейте, милики, босс убейте. Даша Реслинса крутый. Только ты и все. Я забан. Реслин. Нахуя Барамир дал, блядь, Сокру, сука, вагон нахуй. На блять, с этого, блять, на крошу нахуй. В Киглера бейте, трусы все. Блять, ну тут опять начинаются эти шипы по КД нахуй, в пизду, блять. Короче, надо Викару настраивать, блять. На что? Да на каст ебучий, блять. Вот я жалко, что нет Big Викса на этот, на 3-3-5. Там, бля, настраиваешь любой каст, любое отображение, блядь. А, да, Яш, Линда и QCQ, когда Киглер открывается, идите бить его. Втроем там. Ну, это на следующий раз. ДБМ тоже можно сделать. Ну, не знаю, типа не знаю. Попробуй использовать глаза еще. Ну, глаза тяжко, блядь, ты же ебешься. Все, стопнули ДПС по Киглеру, не бьем. Стопнули. Прохил. Помани, давай, Вальмора пропой. Хорошо, РДД, крестик, поехали. Аккуратно, смотрим за живой бомбой и выносим ее. Вальмора пропой, Рид, дай этот. Да, сыграем. Дай пускай, когда идет. Ну больше по кроссу старайтесь бить РДД. И любую бомбу выносим. Я буду айсбаундить, и мастер аур будешь давать глю по команде. Кто нанесет больше 250к по рейду, получит премию, блядь. Дарвина. Дарвина, да. Нормально прохит. Вам понравится. 200к нанес, там 250, 260. Так, мастер аур на огонь, да, избан. Глю мастер аур на огонь. Все, стоим, ждем, ой, блядь. Прохил. Кто-то, блядь, не вынес, сейчас ебнуло так хорошо. Ну. Слепоглаз, по полумесяцу поехали. Тю-тю-тю. Да, мне палец болит на этом боссе, нахуй. Тыкать. Пока лидирует абориген, значит, 72 000. Это рапет какой-нибудь. Это миф, на пета не кидается. А, да? Кидается, да. Не, по пету считается, да. Считается, да. Я кидал скрин. Да? Так у него пет под боссом должен быть, нет? Не жаль собаку в стороне оставить, сын, блин. Сын твой самый? Я в трассу ставил, и эти вырытки просто выносили на нее специально. И украли. Так, блядь, кто собьет касс раньше времени, получит... Я не могу избить, сори, у меня... Это... Так я смысле... такой... Мне похуй, у меня макрос на антихиле, я не могу... Я не могу сбить, сори, я даун. Стопните по слепоглазу. Опять же, по нему слепоглаз играет. Опять.
Ну нажимай биома, ёпта. Это гайд на стюхе, как пить через крылья? Ну, не, это... Да ну на, типа того. Кто редар и не бьет собак, тот слабый. Алло, дай посиди. Кому? Мирает, он койлами наяривает. Смотрите, баны, видели, хилочка сейчас помогла, видели? Нет. Использовал. Ой, господи, блин. Мирай, а ты дебаф накладываешь на болезни? Хорошо, брат. Мирай, ты любишь своих одноклассников? Он их видел два раза, блядь. Стоп, я тебе согласен. Кто сбил карт, блядь? Пальцем нахуй. Это, кстати, не я был, это не я, это абориген. Олм открылся. Отводи, отводи. По... Без АУЕ пока бейте РДД череп. Без АУЕ. Бейте череп, все. РДД. Милики, поиграйте по псинам. Одну я забанил. Все, можете уешьте, играйте по Олму. Это курс. Ридары, собак, автоатака и кастер. Можете ударить. Заряд получите. А можно сальвочку к фиесту? Да, серьезно, что ли? Да я раскол скоро отправлю. А если ты будешь жать сейф? Декурс. Частиц обнови. Каст идет. Приготовься, если... Блять. Как заебывает пета нахуй вызывать, блять. Кроша бейте, крестик. Ну крош самый опасный на самом деле. Такой. Прям крон. По команде мастера нужно. Мне он тоже в смешариках не нравился. Да зашел круш. Там еще один не прохилили. Сейчас я новую вызвал, еще одну вызвал. Хил. Нет. Прохил. У нас, ладно, тихо, у нас мана заканчивается. Рит-то там есть? Ну, погиб. Через 16 у него. Нет, через 16. Давали уже. Так, что у нас по инер... А, инер НКД мыть. Надо Вальмуаре подрегенить. Сейчас, подожди, мы сейчас добьем вот это. Глю, мана огонь дай. Все, стопните по крошу. Да сейчас ёжик придет, пизды даст. Иглер, QCQ, Ринда и Мирай. Ой, это, блядь, Еша, Яша, точнее. Яша, подойди за настеричку, подойди. И дайте там на ману. Мирай, чё ты там АФК стоишь, блядь, когда все бьют нахуй этих, блядь, собак нахуй, объясни мне, пожалуйста. Так, а чё, гим-то будет? Не будет? Да, Зерона кастуй, ставь это. Да ты не будет даваться до гимна никогда. Да сука, блядь, три шипа подряд, три нахуй! Блядь, Альфреда, давай по... Барамиру давай. Вот и на ребре, блядь, три шипа, блядь. Я отстоял просто, чтобы ты понимал, 10 секунд первых, потом 5 секунд вторых, нахуй, и еще 3 секунды третьих, блядь. Серега, а сможешь закинуть по ридыге, блядь, эту? Ушли, 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 стопните. Ушли. Да я похилю сейчас. Стоп, стоп, ДПС, не бейте. Подойдет. Дубовую кулу. Слепоглаз открылся. Да нет, это не буду рисковать. Я не рискую, нахуй, два босса бьют. Милики собак, бейте. А ты по глазу активнее там, блядь. А что это за лужа такая новая, блядь? Что это за лужа? Да это дворфа, блядь. Господи, нахуй. Нормально, Барланд не тупой, сына. Убейте его, блядь, чтобы мне косты. Барланд не тупой. Ок. ДК его тупой получается. ДК хуевый талант взял, да? Заебались за талантов, а? О, бля, ебай. Ну надо же за что-то тебя булить.
Говорят, ты еще очень быстро говоришь. Трипл не понял, кому СС сдавать. 530 слов в минуту, на секундочку. В школе, нахуй, блядь, лучший ученик в классе был. Я, блядь, в классе читать пиздец. Стоп, не ТДФС. Я настолько хуево читал в первых классах, это пиздец. Бомба открылся, бомба. Поехали, без ОУЕ пока что. Этого за... Баня. Все, можете уешать, играть, по-моему. Только не уешьте собак, ну, которые отвели к нам. Только он. Там хила может понадобиться гимномана. Хули шит потом, после того, как Олма этот вот попоешь. Они спели. Вон, блядь, за собак хули, можете регенить ману сейчас спокойно, блядь, которых отводит автоатакой. Хулипал, например. И вообще другие. А если готовь сейв? Под синий джаги. Типа, когда Олм открывается. Забань собаку. А, все, вижу. Да, я забаню. Там Реслина не сильно булит? Нормально она там поставлена? Нормально. Реслин, сыкру, давай. Вы умрете. Да сука, все равно пет умирает. Он. Но пета с экрана не работает, да? Опять Олм открылся. По Олму дальше. Отводи, пожалуйста. Можем Геру дать. Да, давай. Давай, Геру. Почему мы сказали это в 0-1? Ты курс. Престы одинаково думают. Я не думаю. Я думаю, вы, блядь, просто... Вальмора гимн наставь потом под тотем. Не давай его. Уриона будешь сжать свой сейф по команде. Ты специально замедлился? Начал медленно говорить. Да. Меня копируют. Я же на Сирию подойдешь? Тоже поздно, пох. Готовься. О, КС работает, что ли? Он дольше кастит. Давай, да? Давай, Стив. Вообще должно. Да, работает. 13 секунд, а не 10. Ну, блядь, что-то надо было съешать. Окей, Гидро, поехали. Только сейчас подумал. И на слепоглазы вешай тогда. И, да, а на малче ты вешаешь? На малче? На фазе, где зов. На малче, где зов? Не помню. Нет, вроде. Вроде должно работать. Я забыл. На, ты имеешь в виду, где МК кидает? Да. Кстати, ну, походу там должен работать. Там вряд ли на Малчу вообще работает, в принципе. Оно работает на тех, у кого мана есть в основном, которые что-то кастят. Типа зов это, скорее всего, как физическая какая-то хуйня. Ну, либо какая-то типа уникальная, типа такой. Ну, вряд ли оно, ну, будет замедлять каст. Это то же самое, как вот на груле сокрушающий удар. Он от КС не замедляет. Ну, да, что-то типа такого. Это прям каст заклинания же, не? Ну, вряд ли, мне кажется. Ну, каст, ушли, перестали бить. Это как, ну, дебаф, что ли, хуй знает. Ладно, стопните, покидли. Ну, не то, что дебаф, а как это, блядь, сказать правильно? Слепоглазы бить. Блядь, как правильно сказать? Я понял, что ты мешал, ну. Ну, короче, да. Короче, да. Типа, вряд ли. Ну, можно потестить, да. Там ну, заранее говорю, нужен. Говори. Гим нужен. Вот, можешь кастовать, Вальмора, давай. Ставь тотем. На зове мертвых написано, по завершению прочтения заклинания указанный противник становится одержимым. Думаю, это работа. Возможно. Фреда, дай, пожалуйста, пуглю. Да, чувак, нужно париду дать. Ну, сдавайте зубы. Дай, Глю, дай сакру, пожалуйста, по чуваве таргетную. Пусть он подойдет. Ирит, подойди чуть поближе к этому. Не бейте слепоглазы. Стопните слепоглазы. Кстати, Уолман 25%. Да. Если Игра. Он откроется, мне пошлите Хиглера бить. Если он откроется, забиваем хуй на трэш и ебашим просто все босса. Услышали, я надеюсь? Да. Вот, если он да. откроется, пошли Хиглера бить. Когда Олм откроется, забиваем на трэш, хуяримся в босса.
Сливаем бурсты, всю хуйню убиваем. По мане глю надо, блять. Будет фьюри по глю будешь. Так... Так. Инер. У Барамира сейчас есть мана? Глю, блять, иди вон колму нахуй, поригень ману, блять, от босса нахуй. Пока у меня есть раз... песенка на ману. И давай, Зероныч. А то Барамир вон бегает, блять, регенит нахуй, а ты как дурачок стоишь. Он Слёгу хилит. Да все, в пизду заебало. Это какая овца по счету нахуй? Седьмая, блять? Просто он понял, точнее, кто... знаешь, как называется? Смотрел Warcraft фильм? Там всё, овца типа действовала только на тупых, типа. Это совпадение? Осуждаю. Мне кажется, если бы ты не танчил, она бы действовала на тебя. Это ты правда. Надо просто с Дискорда бота Сируса убрать. Там прослушка. Да, блядь. Ёбаный Сирус, он там правильно, да? Activision, блядь. Так ебать. Кстати, шутки шутками, а звучит правдоподобно. Мы ой, блять, я сейчас уебал немножко по White Fury. На этот раз молча рейд проходим или что? Блять, какой же охуительный контент. 1, 2, 3, 3, F. 1, 1, 2, 3, 3, F. Ты аркамагу это скажи. Это ты мне это говоришь, да? Shift тебя 2. Что-то, тебя что-то не устраивает, я не могу Shift понять. 2, ман, ты похилить хочешь нахуй на шамане или чё? Айсбаун, так, Эмэн, Эмэн, огонь, тихо-тихо-тихо, Эмэн, огонь, дай сейф, прохил. Не бейте. Собака, главное вовремя ебануть тебе, понял бы? Готовьтесь. Типа глаз, добивай свой. Глаз. Добивайте. 1, 2, 4. 3, бать, я 4, ну 4 же не жму, я так. F1. Доля, доля, поменяйся с Борландом, там тупо единичку тыкать. Два. Не, я не настолько умный, сори. Подожди, а это кто сейчас говорит? Про меня или что ли? Не-не, я ничего не говорил. Про говорю, что не, вот сейчас кто говорит про F, типа? Это я на хайтепса стреляю. Хайлсайд, да. А, ебать, так а я тоже самое, я 1-2-3, нахуй ваш. Я заебался, я уже стою АФК. 1-2, у меня уже, блядь, 1-2 скоро, нахуй, скажет, ты чел, блядь, ты заебал крикет, нахуй. Вообще, а знаете, какая, а вы знаете, какая ротация умирает? Ну вот типа Берса, как у Фиалова. Оля, нажмешь гейм, когда умирает. Скажу, через минуту. Когда батя пизды дает, умирая, короче, качается по клавиатуре. Нахуй. Вот это Берса называется. А вы хоть раз, кстати, голос Мирая, хоть раз. Да, конечно. Мирая, скажи что-нибудь для меня, пожалуйста. У него сейчас позднее время, он ничего не стал. Дай Иннер Альфреда по Ридиге. Скажи привет. А почему у Доли три кнопки ротация? Игорь, а него... пошлите. Игорь, милики, пошлите добивать. Похуй на собак, потому что похуй. Там дебаф. Доля, почему у тебя три кнопки в ротации, но у тебя одна кнопка на F1? По друидусу нужно будет дать... F1 это для меня аспект. White Fury по друидусу, пожалуйста. А что ты тут меняешь? Мана, F1, 15. Ну, чтобы ману резать. Понял. Я вымываю. Я бы на твоем месте Иннер попросил. Можете просто Иннер по хеллсайду дать? Хуярьте все этих охотников пока. РДД можете тоже хуярить. Умирай, пожалуйста. Я когда прихожу с работы, у тебя уже позднее время. Серый, можно маги бить? Можно маги бить? Да, я же говорю, пока он не активен, можно хуярить. Да ГП ему ебашь, он вообще РЛ не слушает. Дай, пожалуйста, по Ридоге, Серый, если можешь. Я заберу, ну, дай по Ридоге. Давай, 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 прямо сейчас. Может, друиды собери обратно короля. Ему дали уже Иннер. У друида все Иннер через 50 секунд им... будет. Покрошу, Ридок, оставь ТТ. Прошу, Оригенович, собака. Вот. Молодец. Такой хант, лол. Бью по команде мастера. В оригине чайная собака получается. Ненавижу хантов, кстати. Ханты ненавидят тебя. И поменяешься потом мастераун с Барамиром, понял? Ну типа отдашь ему файл. После того как... А за сколько там ГВ-то ЕП там минус? Вот, урон по союзникам. 200. 50. Не, урон по союзникам там премия, блять, какие 200. Давай на эмана огонь. Там блин, очень хотят.
посмотрим. Крош 5. Крош 5. Давать будет сейв у Риона. Глю, дай мастера Барамиру. Барамир, забери фрост. Файр, точнее. Глю, возьми ему этот. Кастерскую. Борзан, помедленнее. Пускай Барамир нажмет сокру и ЭМА. И мастер, да, Барамир тогда нажмешь сокру. Борлан, помедленнее, я записываю. Да, ты реально так быстро говоришь, пиздец. Себе отдать, закинь, Энер. Альфреда по откату зальешь глю. Мальмора, пропой. Борлан, ты не пробовал читать рэп? Борлан, пой. Приготовились. А ты тоже в школе учишься? Тихо. Барамир, давай сейва. Нет. Чё, думаешь, я в школе учусь? Да он не в школе учится, он работает, но он уже типа взрослый довольно-таки мальчик, но... Довольно-таки ебальничек... школьный, да? Но ебальничек у него школьный. Сбалтать, ну папа, ну... Спать на змеи лис и расколы, блядь, ловать. Да я завидую просто, Дима, что ты не понимаешь? Вальморе и Иннер Вайтфиле. Че завидовать, ты его билд видел? Да, блядь. Блядь, ты заебал. Смотри, метку отдал, ебать, видел, нахуй? Геро ставил на крыла, да? Два, три, один. Может, откатилось тут. Четыре. Мана кончилась, два, три, 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 два, три
Парамир, да. Добейте его просто нахуй, ебучий лям остался. Глюмость сразу. Глюмость. Нет, добить нахуй. Били. Хорош. Хорошо, все, приготовились, будем сейчас бить кроша. Все вливаемся чисто в босс. Песня и бейте, РДД. Готовимся бить кроша, волна, все вливаемся. Волна, поехали, Геру, дали, побили. Поехали все. Давай, Геру убьем. Full DPS. Ёлки-иголки, за что кроша? Сука, он уже в гробу лежит, ты все равно хочешь убивать. Ёлки, кроша, на. Ёлки-иголки. Декурс. Декурс, где надо? А самый прикол, что еще королю нахуй долбись, блядь. Дохуя. 50 лямов плюс, блядь. Ладно, Серго, я потанчу, блядь. Куда собаку спиздил? Похуй на собаку. Милики, не подходите, подождите, стойте. Давайте вайпнемся. И заново. Весело же время проводит. Поехали. Я шестеричка полетела. Да, его. Я шестеричка. Что? Я шестеричка. Получается так. Получается так. По мане. Осуждаю, на всякий случай. Друидерский не шестеричка. Азерона через 40 минут. Не, там, там Яша Яра или как там? Или Яра Яша. Как ты мне, блядь, скидывал что-то в Дискорд, я не помню. Урон по союзникам. Глю 175 тысяч. Угу. Ну, я 250 говорил. Так что Глю, выйди из рейда подальше от всех. Че, наверняка. Вообще просто покинет рейд, блядь, и все. Покинула чат, ебать. Он что, дура? Ой, Дора. Бейте, это блок, что ли? Да. Борланд. Нажми Alt F4, Борланд. Чё? Нажми Alt F4, тебе дадут скин новый. Это я слышал. На кого? На эту, на... А, Борланд, там же есть танки, точно. Надо говорить, не, не, нажми. Ауе. Да подведи. Тихо, блядь. Подведи в миллизона, пускай они уешатся. Ну, нахуя ты отводишь? Альфреда с Паридоги. Ну, фулмана почти. Азерона, пой. Я в тучке. Попейся. Так выйдешь. Получит новый скин на кожу и станет черным. Дима, ты видел, кстати, там аунта, блядь, залебанную лихорадку продаю? Чисто тебя, ебать. Вот розовый фламинго, ебать. Дитя заката, блядь. Дитя заката. Розовые яйца. Дитя фламинго. Ладно, это реально пиздец, кринж, Борланд. На что ты вообще говоришь? Чел, у тебя жена? Боже. У меня жена и ребенок, блядь.
А, да. Вагон. Вагон? Что? Борлон говорит настолько быстро, что никто не узнает, что я пидор. В этот момент я замолчал, конечно. Кто понял, тот понял. Борлон, да сколько твоему ребенку лет? 3 месяца. О, поздравляю. Спросил меня. Охуенно, доля. Бля, ну я должен был ответить сколько там? 0,3. Ой, подожди. 0,2. Математика. Сын или дочь, Борлон? Что? Сын или дочь? Сын. Сколько ему? Сколько ему? 6 месяцев с конфискацией имущества, блядь. 6 месяцев 0,5. Тебе сколько? В смысле 0,6. Мне? Да. Сколько? Сколько мне надо? Забыл его. То есть ты не девственник, правильно? Его изнутри извлекли. Нормально. Я думал, мало ли... Верните его обратно в норку. Кого, блядь? В норку? Понимаешь, отец не тот, кто родил. Ебать, это что-то названо. Охуеть. Ой, ГЦ дробяшку. Сколько раз там выпадал этот поезд на хаст дух? По-моему, все разы. А, блядь, стоп, подожди, стоп. Я вспомнил. Что? Раньше был позитрон, теперь будет доля большая. О, спасибо большое, плюс транс. У меня такой был уже. Что случилось? Ну, я знаю, это уже третий по счету вроде. Что? Ну, заебись. Так, погнали, все готовы бежать? Кирюха, ты забрался? Бежим. Борланд, как тебя зовут? Ты что, хейтер, блядь, мой, или что? В смысле, я хочу, чтобы... Фанат. Не понимаешь, это психология, он начнет тебе задавать дефолтные вопросы, а потом он спросит твой адрес и приедет. Он меня уже душит, блядь. Валик, просто сложно посмотреть инфу. Дайте диван, мелкий, дай диван. Что, коллектор, блядь, что нахуй? Просто тебя с помощью Дмитрия написано вроде. Тебя Дима зовут, да? Ну да. Не Дима. А как сына назвал, кстати? Не скажу. Это очевидно. Самым пиздатым именем. Я не боюсь тебя. Он же Дмитриевич, получается, правильно? Что? Дмитриевич? Митяевич, блядь. А, нормально. Конечно. Ладно. Мне уже страшно с тобой разговаривать, блядь. Я не знаю, что это значит. А ты, подожди, а ты из Москвы? Уже адрес надаёт. Сука. Когда тебя жена уйдет, он придет. Он 100% из Москвы, он говорит так же, как я потом появился. После Москвы он начнет районы перебирать. Отключить микрофон на сервере, отлично. Это кому? Ты Доля? Да что? Нет, я уехал, по-моему. Доля замутили, реально. А, на сервере. Уберите на админе даун. Плюс. Уберите, заберите админку. Плюс. В смысле плюс? Осуждаю. О, отдали голос. Хорошо. Отдал я голос, отдал. Че, Борлан, ты из Москвы? Да нет. Че ты душный, блядь? Может, ты вкалывай, ты просто... Че ты душный, блядь? Нет, спина. Че, блядь, душу? Кирюша, защити меня, блядь, Ну а как ты вообще относишься к... Кому? К ЛГБТ-сообществу, блядь, или... Да, а теперь прикинь, пока он у нас был в статике, он доебался до каждого нового человека. Что, ладно, и мы давайте. Просто сидели молились, чтобы он не ливнул. Звездочка. Помолчи, пожалуйста, дай, блядь, этот вот. По звездочке играем. Сбиваю я плюс Мирай. По кружочку Кинкейд плюс Хисепы. Маст диспел обязательно. Да нахуй вы его хилите? Зачем вы бьете? Пусть пошел бы умер один. Triple Six, привет, ты тут? Диспел. Вальмор, привет, ты тут? Блять, Андрей, пошли его нахуй.
Колечко, поди спать. Кинкай, привет. О, ты маленький, нет, ты маленький. Молчи, блядь, достаточно. Сори. Ты педофилией занимаешься теперь или что? Кто следующий умирает? Не, у меня вон друидус есть в пачке. Так он тоже маленький. Диспел, ну, Колечко, Колечко, диспел, блядь. Колечко, писай это диспел. Ману регеню, чувак. Маны же нету, блядь, после смерти. Бля, вы чего ваниться хотите, блядь, парни, нахуй? Так ты не танчишь, моб на меня бежит и убивает. Что ты? Что? Так Хиллсайд это не дядька, он на маникюр завтра идет, он девочка. Ты не знал? У него голос сломался просто. Мы знали. У меня реально маник завтра. Да я стараюсь, ну каз долгий, парень. Брат, в чем проблема? Что с танком? Отведите их, блядь, подальше нахуй от босса, блядь, чтобы он сфером не запулился. Арисин, держи на себе громил. О, Вальмара, кстати, тут с иглы, нахуй, вот даже не поспоришь себе. Спел. Написал спел бы ты в диссе, я бы тебе лайк поставил. У меня не аниме морда, у меня пингвин, дурачок. За что мут? Я когда увидел аватарку Феникса, я тоже подумал сначала, что это аниме. Потом присмотрелся. Парни, Мак, понимаешь, ты, блядь, спелишь всего хилку, нет? Ты не хочешь? Насколько я охуенен. Живу с Настей, не смотрю аниме. Это прям достижение, блядь. А вы с Настей встречаетесь? А в брачном контакте. Парни, против ты нахуй, алё, блядь. Мы сейчас вайпнемся, блядь, из-за вас. Я фирнула, передъебала и убила нахуй. Молчи, пожалуйста. Сам не должен у печеньки забивать. Давайте Геру дадим. Борланд, моба, которого ты танчил, он пришел, меня два раза убил. Твои оправдания. Ты пиздишь много, блядь. Он тебя бил, говно. Он такой, блядь. Не можешь танчить, ты моба. Факт, играем по кружочку. Мак, блядь, еще раз ты не заберешь нахуй с него обновление, я тебя попизжу, блядь. Кстати, все, на что способен РЛ Борланд. Бейте тихоньку. Ладно, хватит его булить, блядь, у него сын вообще-то. В натуре Вальмара правильно пишет, блядь, что у вас нахуй пиздец случился. Да. Хуйню несут, сами смеются с этого. Ладно, да, давайте пиджаки одели и молчим все. Этого. Сука, закрой рот, что? Нахуй! Вальмара душный, тих. Не, ладно, там, понимаешь, подобные разговоры, как танц. Слушай, я просто спросил, встречается ли Настя с Кириллом. Я не знал, я думал, это сестра и брат. В чем проблема? Сука. Че я пропустил? Ты хочешь попиздеть, блядь? Не повезло. Дело семейное. Да пизделся, блядь. Блядь, ну агро не держит, сука, даже под напулом. А че так мало? Рисите Хиллсайда, чтобы он снова сдох, а? Да не, я полежу. Это мы еще три короля обидели, что? 10 минут почти. Так, кстати, он еще убивал. И моба есть, будем бить? В следующий раз будет косарем. Рай, пожалуйста, дома пиши. Дотка пьем это говно. Пиздец. Что же сильно расслабились, да? Урёна в центре сзади закрываешь руки, а Реслин справа, ну как в прошлый раз. Урёна не закрывал в прошлый раз, закрывал Войд Фьюри.
Давай, наверное, так и сыщем. Ну, пускай Вайт Фьюри, да, спикнется. А срез сделано. КД у многих. Да, закинь. Так, подожди, нам еще один нужен чел, который будет под ебало. Тебя поставим. Первый, второй пати под ебало. Руки не забываем закрывать. Не только там, блядь, люди, которых я поставил. А остальные тоже там принимают участие. Это я про РДД, которые будут просто стоять и вкабить босса. Шкаф таки. Да, соусает правильно. Можешь с глыбой два раза закрыть. Закинь сейчас пуфи есть 100%. Пускай он себе сам даст. Я сам себе закину. Да, у нас кто прошлый раз умирал? Уриона умирал, тайп по СС по нему Синсонг. И еще кто-то сейчас сдохнет. Кто сдохнет? Да не, это рандом. Типа, ласковый оставьте. Синсонка сделай по Урионе, он умирал. Потому что я прошлый раз был после больнички. В ее адеквате. Ну, давай, ну, на всякий случай, блядь, кинем. Даем, даю рыбу. Рыбу хавайте, в баф поехали. Чего не надо сходить по фасту? Десятку. Там можно 25-ку залететь, пацаны, закрыть. А фу, нахер она нужна. Чек на пол. Шадо, возьми место, Барамир, вместо Шадо Протекта, возьми, пожалуйста, ауру на кассу. Лишнее слово точно буду писать на месте. Ну камон, ну мы же были на трэше. Все, заканчиваю. Ну вайпались на трэше в этот момент. Все, давайте ставим. Ну вайпись, потому что я был один на пульчик. Пожалуйста, еще одно слово. Это я же рыбу не поел. Бро, ты не там стоишь. Что? Ты не там стоишь, промазал чуть. Да я сейчас туда все равно забегать. Ксера здесь. А, я понял это. Я че? Первая, вторая пати, блядь, заходит под ебало. Во время ошеломляющего удара, напоминаю. Те, кто стоят в кресте, блядь, делайте шаг вперед после ошеломляющего удара. Это тоже напоминаю. Синсонг, ты не стоишь под ебалом, если что. Ты бьешь как РДД. Слышишь, Синсонг? Да. Под ебало. 13. Что там за 13 нахуй бал? Фрейм обогнулись. Да гарги всякие, блядь. Сзади рук много! Ясно. Рук-то закрыли. 11, кто-то лишний. Блять, чей это пет? Он холит ИК, я правильно понимаю? Мираю. Мираю, бери свою вонючку, кстати. Ебало. Реально. Ебать, я чуть не откисну. Адский, съебались. Молодцы. Пиздец. Быстренько, Синсонг и Трипл подъебало, потом рейснем этих. Могу резнуть кого-то, войт надо? А, блядь, я забыл. Тихо. Друид, я... ресы, кинкейт, таки секью ресы, Альфредос, быстро. Синсонг, вы все еще подъебало? Подъебало. Рейснете Вара, пожалуйста. Рибафли, пацанов. Подъебало. Сейчас будет печка. А потом будет, блять, адски сразу после печки. Сейчас на него, скорее всего, еще удар будет. Да, будет удар, наверное, потом адски. Я дал не зубу. После удара сразу уходим с подъебала. После удара сразу убегаем. Убежали. Все, подъебало, вернулись. Подъебало. Подъебало.
А мы Гера срать будем или что? А что-то не дал ее. А, ну, блядь, надо подабл урон. Ладно, я скажу, когда стой. Не давай. Много сзади. Вот руки руки. Подъебал. Давай, Гера. Массакр, Арсим. Глю. Поздно уже. Был уже давно. Господа РДДшники, ради бога, подойдите назад. Мы там в три человека руки закрываем. Очень скучно стоите. Частицы. Хорошо, я умру сейчас. Подруг. Подъебал. Обнови частицу. Подъебал. На самом деле, похуй на этот один стак, когда, ну, типа, мирает пьет. Зато, блядь, плюс один человек, который просалакивает. Ну, это да. Подъебало. Да, сейчас потом печка есть, успел. Там. Сейчас вот финда, блядь, два стака на стака. Чёрт. Я ожидал истерию. Подъебал. Подъебал. Адские ушли. Подошли Синсонки трипл, поебал быстрее. Быстрее ушли, подошли. А зачем двое? Один умер под руками. Двое, блядь. Минус три. Я умер от рук. Окей. Барамир Глю подъебало. Точнее, Барамир подъебало, Глю останется. Что у нас по БР? Вот Фьюри надо резнуть. Здорово. КСК. Угу, Ассенсон, Гаресса и Альфреда. Подъебал. Все, Барамир, уходи. КСК забафали. Макс, руки отнимай. Адский не видел вообще. Подъебало. Добивай 22 придется. Подъебало. Подъебало. Смотрите, парни, там через 1-2 удара будет адски. Приготовьтесь убегать, в принципе. Понимала. БР не поможет? Нет, не поможет. Так, дайте мне поголовку или по кому-то. Господа на РДДшник, можно меня не убивать, пожалуйста? Вы стоите все в одной куче, никто руки не закрывает. Спасибо. Резни сфере, пожалуйста. Ну 1.56 нахуй на самом деле. Тебя, ну 1.47. Да и на фуле не стоял. Угу. Там типа, я думал как раз низы буду сдам под адский, ну типа, чтобы мало ли кто прослал. Что-то вы холи-палы, блядь, проебали сейчас сильно достаточно. Ладно. Ну ладно, там, блядь, минус 3 нахуй добивать было тяжко. Ксикю, блядь, быстрее под от адского убегай, пожалуйста. Возьмите сразу все на привычку, типа, убегать после каждого ошеломляющего. Типа, это будет самое главное тем. Ну, типа, смотришь на пацанов на там на совей рогах, точнее, на феррари рогах, они убегают после каждого этого и ни разу, типа, не убегают. Ну, да, я так делал. А у меня есть сейв же? Молодец, молодец.
Я не понимаю, почему был так быстро первый адский, блядь. Там шкаф поставьте. Первый адский, потому что он... Потому... Нет, не то, что умер. Там кто-то, блядь, кто бегал, нахуй, не успел добежать, сука. И нас 9 человек было вместо 10, потому что 9 стаков кинуло. Типа мы сразу проебали кучу БР. Еще раз тебе говорю, не успели подбежать, подъебало. Один человек какой-то, 9 стаков. Там. Там было, смотри, 23 стака после этих ударов. И на третий удар стало 32. Соответственно, это 9. Соответственно, кто-то один не забежал. Ладно, бог. Давайте сейчас задушим. Чуть комом пошло. Все, так. Кришаки вообще два раза умер. Что, знаешь? Адский удар, адский удар. Ну, надо ему дать. Я дам. Минус. Да, поехали дальше. Давайте, чек на пол. Пробафались. Наверное, же три, блин. Все, все стоят здесь, да? Кирюх, оставь там 5-11, по-моему. Да я оставлю, не переживай. Босс все успел. Ща ура от огня. Грю. Сука, ловлю пари ебучие, блядь. Я тебе хотел забыл поставить. Ошеломляющий. Солим или задаем? Жди. Подъебал. Бля, тебе типа спад. Ебал. Веру ням. Поебал. Ебал. Печка. Ебал. Там потом адский удар и будет. И сразу адский ушли. Ушли. Мы подошли. Подъебало. Мелизоне, закройте. Подъебало. Бля, Глю, готовься сейв давать под следующую массаву, ну, вот эту массакру. Давай, давай, Глю, Глю. Вы умрете. 40 стаками ебало нормально. Умрете. Вы умрете. Если скажу сейв в следующий раз, бы этот Барамир, ты будешь давать массакру под бабу. Okay. Подъебало. Ебал. Я же закинул.
Смотрите, сейчас будет через один удар, скорее всего, будет этот. Приготовьтесь. Побежали. Смотрите, на М2, приготовьте. Приготовились убегать. Скорее всего, подбежали, а потом будет убегать. А, нет, убежали, убежали. И приготовились подбегать, подбежали. Афиеста сдох, ресайте. Вернул. Рибав быстро его. Возьми доспех, ебани. Подбежали. Оставил питать? Да, оставил. Добежали. Я сейчас отконечу. Тут лишний стакает. Тут лишний стакает. Да там мелкая, вон пет бегает. А, пет, ставь блядь. Это на АФК. Хант. Да мне в макросе он забит. Ладно, я после пула хочу просто посмотреть, как я умер, из-за чего. Это интересно было. Из-за аграмм, скорее всего. Нет. Приготовились, да, сейчас она откинется, сейчас будет удар, потом будет ад. После этого будет ад. Приготовились убегать. Убежали, да. Убежали, убежали. Отлично. Ну что за хуйня у него девятка? Все, я понял, как я умер. Шаман сухой у вас. Подбежали, подбежали. Ой, Фьюри, Иннер, парите, кидай. Без гимна его поставил. И Чивава, закинь париду тоже, блядь. Тотем есть, отлично. Подбежали. Я умер, короче, от непрохила. Когда этот адский удар дается, он вешается дебаф на 6 секунд. И тикает там по 4. Блю, готовься нажимать сейф. Жми сейф. Вы умрете. Сейчас слева, где шопой, закройте. Умрете. Руки, руки. Хелл сайт, то ли что-то вижу. Побежали. Ебал. Я понял, понял. Ебал. Под боссом закроем. Хант, отойди. Да, закрою. Побежали. Ебал. Я надеюсь, я успею, блядь. Если успел. Так, печка 40 дает. Еще один ошеломляющий будет. И потом... Вот возможность сейчас. Скорее всего, адки. Хорошо. А, да-да. Нет. Будет. Еще после один ошеломляющий будет. Типа. Под боссом закройте кто-нибудь. Убежали, убежали. Сейчас будет адки. Не сразу будет, конечно, но... Ну, сейчас адки будет. Все, подъебало. Дай зубы, Вальмарч. Ебало. О, ровно 10 кинул, а... кстати. Бежали. Ну все, кто-то, блядь.
Мне кажется, радиус, вот типа кто вот там Барамир, наверное, или кто вот типа. Ну, мелко уб... Ну, блядь, ну абориген, убери своего псину. А мелко не было, я подходил, когда уже не было этого. Она вот рядом вот. С тобой стоит. Только что подбежала, да. Так я тогда мне. Трап уже вставал, вставил. Да, не кидал все это. Подожди, я дал мне зыбку, все хорошо. Она со мной так бегает. Смотрите, там через пару ударов нужно будет отбежать. Да он умрет, наверное, раньше. Добиваем. Умрет до адского. Да, молодцы. О, ебать, пуха упала. Другие очи. Пуха, и шея хорошая. Дерьмо. Ну, лут, кстати, не на пуха, в принципе. Плюс-минус. В некоторых ситуациях пойдет, на самом деле. Кружки нет уже который раз, да? Так что, кружки нет, наверное. Зато детектор падал, отказывайтесь. Ну там пацанам я видел, падали эти кружки. Пацанчиком. Тупо. А, тебя адским въебало, кстати, нахуй, да. Я ж тебе говорю, короче, вот типа смотри, в чем прикол. Я от адского отбежал, да? После, ну, там ошеломляющий был, он снял хп, там 15 тысяч у меня или 12 раз. Я портал нажал. И когда адский дается, вне зависимости, где ты стоишь, либо, ну, недалеко от босса, я хуй его знает, как это правильно работает, он вешает дебаф такой на 5 секунд, который тикает там по 5 тысяч урона раз в секунду, по-моему, что-то такое. И вот меня этими тиками убило. Ну, то бишь, меня просто не прохилили. Давай разваливай, я поснимаю. Я просто сначала сам не понял, почему я сдох, а потом, ну вот, типа, посмотрел и понял. Я не обращал внимания, что вообще этот дебаф кидается от сквода. Ну, аборигену за 10. Ну и кроме вас он кидается еще ныряет, там вардизон тоже умирает. Ну вот, да, видишь, типа, оно на всех кидается, как хорошо. Я и думаю. Нет, я думаю, вас там в мире выхилят, я РДшнику хилил ставил. Не пробовал. Ну вот я просто умер, что меня не прохилили, реально. Реально. Кирюха, дальше, время. Блять, эти перчатки дают плюс от к одному ко всему. Один крита, один хосты, один СПД, блядь, съебать мощно. Раз, два, три, Барамир за 10, значит. На сегодня все, завтра будут обычки, кому там надо, блядь, подходите. За сколько? Ну, как обычно, 8. 8 часов. Там все закрывается за часик, да. ИК, наверное, сразу, да, обычка еще будет. Не, начнем с магика, грыля, как обычно, там с байерами. Может, ИК в байерах. Не, я просто говорю, ну, ИК будет тоже, типа, ИК, ну, что, ИК будет, и все. Сосад, раз, два, три, сот. Да, завтра продать. Нужна голда на ДС. Забирай Кисюкишечу. Я Кисюки отдаю за 10. Арислин, Арислин тоже. А нахуя ему она? Ну, типа, такое себе. Ну, не знаю, вот видишь, он в прошлый раз тоже брал ее, хотел, типа, не знаю, надо, да? Не пытайся, пуха посредственно. Хотя, ну, хуй его знает, что такая стал. Ему, наверное, вторая нужна, которая 258, вот это, с чемпов. Ну да, вары в основном берут с чемпов, две пухи такие, одинок. 30 кисики, раз, два, три кисики, 30. Дальше, пояс говна. Не, не ко мне, не ко мне, квест, так нет. 255. Раз, два, три, вот дальше. Сабля. Кстати, ничего такой дагер, да, если хита не хватает, типа. Ну, если хит добивает, то да, типа нормальные ноги. Говно плюс кал. Мне пойдет.
Трипл меч. Саблина. Ну, сабли же. Трипл 10 мед. На хилов топ шея, нахуй, ебать. Да, хорошо. Ставочку. Забирайте за 12к, парни, блядь. Там, говорят, с этих... С гнева не падает. Лида, на кой тебе плюс 2 этом левела, скажи мне? Вот хочу и беру. Хейтер. Плюс, плюс. Получается хейтер, да? Плюс одна хосты, нормально. После косаря шаг 500. Ну так когда это было, блядь, что вы там не ставили столько? Потому что вы сидите по сотке хуярите, после косаря шаг 500. Ну вот и будет по сотке. Пока что я вижу 1000 Барамира. Ты сейчас гонишь, нахуй Барамир по 3 уже поставил, ничего не знал. 1000 Барамира. Блядь, давай вот не надо, ты сейчас хуйни. Полторы, пускай заберет за 1500. А я вижу 1000. Нет, 1500. Давай. Я 1500 поставил. Снимаем три. Снимаем 3к. Да, блядь. Я не знаю, трипл, я еще их не нашел даже. Я завтра буду искать. Их еще только. Ну, посмотрим, трипл, хорошо. Может, кто-то на успех нужен. Дорогу. Ченьки. Шея. Все, Кирюха холивает, сейчас распускает гильдию, забирает все три печеньки, такой типа все. Изи. Двенадцать. Азерона 13. Что это было? Дальше. 13 Азерона. Да хоть одну забрать, заебали нахуй. Хоть одну шмотку нахуй. 12600 раз. А ну, чё-то я сейчас не слышу не фразу, хуя, блядь. Давай печаточку, 500. Блядь, минимум 500 нахуй. Минимум 500, блядь. Что это за хуйня детская, блядь? Ну, заебал. 13000 раз. 2, 3, 13. Всем нахуй. Вторую надо забирать, очевидно. 13 раз, 2, 3, минус 26к. Просто хорош. Хорош плюс хорош. А вот я тебя и перегнал. Давай пьем, получается. 2590. Не дали последнюю печеньку. Оля, чего вы? Мираев ЦВК отыграется, фарового пиздец. Все нахуй заберет, все, что можно. Тинго, обновление. Распределение перед ЦВК, согласен? Даже у Баранира побольше. Я не знаю, сколько ты даешь. Да, Мирая, сделаю, тропяшка выпала уже, да? Пошли, может. Долга тоже все выпадет. 25-ку Аниксию, понятно? Заходим в ЦВК и выходим, умирая, полная сумка просто шмот. Кирилл, а сколько ты шипы заявил? 1700? Ну, посмотри, сколько там, я думаю, помню. Где оно, нахуй? Намного система даже. Ебал. Магик хэм 700, грул хэм 1000. 1700. Да надо хоть что-то забрать, типа, ну, заебало просто реально, нихуя не лутал. Так, кто там у нас видел, кнопку писал, что он есть.